32 года в эфире телекомпания «Челны ТВ» отмечает свой день рождения. Ежедневно мы рассказываем о главных событиях в Автограде. «Челны ТВ» является первой телекомпанией города и остается единственным каналом, вещающим на двух языках – русском и татарском. История началась с одной камеры, небольшого помещения и группы энтузиастов. Первым руководителем телеканала был Рахман Шафигулин. Именно ему предстояло позаботиться о техническом оснащении и собрать команду. В то время пользовались видеокассетами, нарезали пленку на монтаже и писали сюжеты вручную. Даже первый телесуфлер был собран собственными руками. Сейчас вся работа автоматизирована, новости можно добывать прямо из телефона. На него же и снимать оперативные кадры. «Челны ТВ» стал неотъемлемой частью жизни многих челнинцев. 15 апреля 1992 году была основана наша телерадиокомпания, и мы начали свою работу. В дальнейшем мы также будем радовать вас нашими телепрограммами, нашими новостями и освещать наши события нашего города. Поздравляем телекомпанию «Челны ТВ» с днем рождения. Желаем процветания, творческих успехов и благополучия всем сотрудникам. Я желаю сотрудникам компании канала «Челны ТВ» хорошей работы, интересных репортажей. Мы вас смотрим по телевизору, очень нравятся ваши передачи, ваш канал. Может, какие-то еще новшества будут вводиться или что-то интересное очень можно смотреть. Всем удачи, новых позитива, новых идей и всего самого хорошего всему коллективу. Поздравляю вас с такой датой. Желаю успехов. Самое главное, освещали правильно, освещали хорошо. Мне очень нравится эта программа. Смотреть новости. С удовольствием смотрю. Что показывают? Молодцы сотрудники. Хорошо работают. И своих подруг, кого я знаю, все очень любят смотреть. Побольше нам показывайте.